Он сказал: «Поехали». В парке имени Андрияна Николаева поставили надувной макет космического корабля «Союз». По идее авторов, брезентовая конструкция должна была стать практически точной копией настоящей ракеты. Но что-то, видимо, пошло не так. Пользователи интернета активно обсуждают новинку. Кто-то ее уже сравнил с веселыми человечками, которые обычно заманивают посетителей в придорожные кафе. Между тем, настоящий космический корабль с символикой Чувашской республики отправился на околоземную орбиту 30 июня. Эти кадры без преувеличения облетели весь мир. И боковых блоков ракеты-носителя вышли на режим главной ступени тяги. На обтекателе космического аппарата красовались три звезды, стилизованных под традиционный орнамент, и портрет Андрияны Николаева. Чувашская республика – первый регион России, чья символика была изображена на ракете, преодолевшей силу земного притяжения. Инсталляция в парке теперь вызывает улыбку у прохожих. И все-таки авторы уверены, кто-то заинтересуется этим арт-объектом и захочет почитать про освоение космоса. Я вызвался помочь в этой идее, отозвался. По реализации этой идеи. И предложил сделать макет, который не только бы в себе отражал портрет нашего земляка Андрияна Николаева, который дважды полетел в космос, да, наша звезда, но еще сделать в макете три чувашских солнца. Предки верили, что три звезды, освещавшие республику, — знак удачи. Этот символ изображен на гербе Чувашии, на традиционной одежде и головных уборах. Даже логотип национальной телерадиокомпании — одно из трех солнц. Екатерина Никитко, Павел Лисицын, Республика.